Перейдем к новостям христианского мира. Митрополит Илларион встретился с Папой Римским Франциском. В апостольском дворце в Ватикане 10 декабря состоялась встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Благовест.инфо. От имени патриарха Кирилла председатель ОВЦС передал Папе поздравления и благопожелания в связи с отмечаемым им 17 декабря 80-летием. В подарок от предстоятеля Русской Православной Церкви митрополит Илларион преподнес папе Франциску икону преподобного Серафима Саровского. Со своей стороны папа Римский просил передать патриарху слова сердечной благодарности и братского приветствия. Стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Римско-католической. Как подчеркнул митрополит Илларион, темы, затронутые в ходе исторической встречи предстоятелей двух церквей 12 февраля 2016 года в Гаване, по-прежнему сохраняют свою актуальность. Это касается, в частности, ситуации на Ближнем Востоке, где террористы продолжают уничтожать невинных людей.